вот так лакомятся ягодками птицы. Да хоть бы она бы ее бы всю бы съела, а то она расклюнет вот так и улетает на следующую, еще клюет. Если вот не укрыта сеткой, так вот и такое получается. Это сорт Альба. Очень вкусные ягоды. Они ремонтантные, все лето плодоносят. Ее надо подкармливать только, чтобы ягоды не мельчали. А это самые любимые сорта. Сирия, итальянской селекции. Очень крупные. Немного их. Уж видно, что ягоды так ягоды. Это клубника также итальянской селекции. Азия. Крупные, ровные ягоды. Вкус вообще изумительный. Мне такие нравятся. Вот она. Ягодки будут поспевать еще, укрупняться. Вот это все Азия. Мне кажется, Сирия крупнее, чем Азия. Вот второй год у меня растет клубника кипча, называется, японская селекция. Что характерно, что у нее очень много плодов средней величины. Они очень вкусные. И самое-то главное, что она ремонтантная. То есть она плодоносит все лето. Это сорт кипча. Это сорт Альба. Что нравится, у них плодоножки очень крепкие, мощные, выдерживают вес ягод, не падают. Первые ягоды уже снимали, крупные, сладкие, вкусные, хороший сорт. Это уже повторное плодоношение идет. Беспроблемный сорт Елизавета II. Вот уже видно, что были сорваны ягодки. Самые первые. Это уже продолжение плодоношения. Посадила осенью, а летом уже урожай. Этот пятачок у меня для клубники Максим. Голландской селекции. Кусты очень мощные. Плодоножки крепкие, выдерживают тяжесть плодов, не падая. Ягоды вкусные, сочные, сладкие. Это сорт Гигантелла. Мощные, большие кусты. Покупала в питомнике. Вот они растут уже год. А ягод-то я еще не вижу. Да они еще и болеть начали. Листья коричневые по краям. Не хватало, видимо, кальция. Кальция добавила. Но результата никакого. Вот эти кустики я выращивала вообще из семян. И та же самая история. То ли иммунитета не хватает у этих саженцев. Какой-то проблемный сорт. Я больше такие не хочу. 2 года гонялась за земкуникой отечественной селекции. Вот она выросла. Но такие ягоды, я не знаю, что-то они меня не привлекают. Что я не так делала, пока не знаю. Но как-то я их не хочу разводить. Вот есть небольшая грядочка. И пока все, хватит.
изумительная роза Midsummer. Вообще она двухцветная. Очень приятный, нежный аромат. Продолжительное цветение. Роза Леонардо да Винчи. Очень тонкий аромат, еле уловимый, такой восхитительный, непередаваемый.